И спасибо, что пришли нам сегодня на это мероприятие, которое организовал Moscow City Records. И совместно с Игорем Сандлером, которым, собственно, является учитель, которым он является. Да? И где мы сегодня собрались, собственно говоря, в этом центре, продюсером которым он является. И понимаете, что Moscow City Records занимается дистрибьюцией аудио- и видеоконтента на цифровые витрины. Мы размещаем качественную отечественную музыку, таких жанров, как рок, джаз, хард-рок, фьюжн, блюз, там что еще, фанк, этника, инструментальная. Классика. Конечно же, классика. Ну и, кстати, поделюсь также с вами последним новостями. Недавно мы начали сотрудничество с Московской государственной консерваторией имени Петра Ильича Чайковского. Moscow City Records стал эксклюзивным провайдером по размещению на цифровых витринах масштабного архива классической музыки. Однако, наш сегодняшний вечер не этому посвящен. Мы представляем коллектив. Мы на самом деле задачей нашего лейбла не являлось ведение проекта под ключ, то есть запись, непосредственно размещение на цифровых витринах музыкального контента. Но сегодня мы решили поэкспериментировать. Мы хотим представить вам группу Монорары. Это первый так подобный проект. И сегодня мы услышим альбом, который называется, кстати говоря, потом можете задать вопрос, откуда такое название, «Принцип каждодневных схем». Мне очень понравилось это название, мне даже интересно самому задать вопрос. Я думаю, что у кого-то возникнет желание. Если ребята, конечно, нас будут держать, не отпускать, но я думаю, будут мочить свежим. Да. И прежде чем пригласить музыкантов на сцену, я хочу представить вам основных авторов музыки, слов и песен, которые мы сегодня услышим. Вот Михаил Мень, музыкант, член Союза композиторов России и неформальный художественный вождь нашего художественного совета. Юрий Стажаров, потрясающий музыкант, композитор, поэт, автор песен. И, конечно же, бас, гитарист группы «Монорара» Дмитрий Червец, тоже известный музыкант по разным топовым проектам. Сегодня он будет играть на бас-гитаре и в качестве бэк-вокалиста участвует. Так что, если у кого-то возникнут действительно вопросы реальные по тому, что вы сегодня услышите, или к нам по поводу лейбла, как попасть, что нужно сделать, чтобы разместить на наших цифровых витринах ваш эксклюзивный материал. Да, ну, пожалуйста, мы размещаем любую качественную музыку. Любую качественную. Ну что ж, а теперь приглашаем на сцену группу. Все там сборят. Давайте, пацаны, мочите уже. Добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня. И мы будем громко сразу говорить. Да, и вот порядок песен, кстати, не утвердили же. Не утвердили, кто не утвердил? Михаил Александрович, здесь надо на совещание сходить. Четвергов все утвердил, мы все обсудили. Давай, мочите, мочите, ребята, давайте, хватит. Давай. Уже зажгли фонари.
Хотел бы рассказать, на самом деле, как это все происходит. То есть вы представляли Юру Стажарова, Константина Шеменя. Да. Вот нам попал материал в руки, совершенно волшебный с нашей точки зрения. Михаил Саныч его показал, Юра мне прислал очень много песен. Я все это прослушал, там очень большая прям литература музыкальная. Вот. И мне показалось, что может что-то получиться. С разрешения как бы авторов мы, я показал это Ване, сначала не поняли, что можно из этого сделать, ну так, чтобы это мы могли исполнить. Потому что там, в общем, достаточная музыка, которая, в общем, это без нас прекрасно все звучало. Вот. Ну, нам показалось, что мы можем дать этому какую-то другую жизнь, новую. Ну, попытались это сделать, был ровно год назад, прямо перед Новым годом. Сделали 3 демо, так прокачали немножко друг друга. Потому что я вообще не понимал, что такое. Ну, как я понимал, конечно, но вот современно то, что как можно. На гитаре там я вот вообще басист, знаете, что это такое, да? То есть там это. Дальше раз, и нам казалось, что прям получается. И дальше уже понятно было, что демки мы сделали, все это звучит. И к нам присоединились этих замечательных музыкантов, то ли Евсеев и Леша Козловский, может поаплодировать. И прошел год, и мы записали альбом. Ну, там вот еще песенки, тут у меня еще пришли друзья, которые, друг у меня есть Елена очень большой, который тоже автор парочки песен, которые все будут звучать. Ну, и мы тут тоже сами свой скромный вклад авторский внесли в этот проект. Вот все такая кучка, мне кажется, создался какой-то стиль. Получится, не получится, неважно. Так, все вот, получится. Сити-рок. Давай, так куда ты делишься? Собственно, начали-то мы как раз с этой песни, которую сейчас петь-то будем. Понял, какой? Да. Поехали. Да, песня называется «Принцип однодневной схемы», сейчас она прозвучит. Альбом назвали как бы по этому произведению. Заводи фонограмму, Леша! Субтитры сделал DimaTorzok.
Хорошая песня, давай. Следующая песенка. Юр, можно я расскажу, как было? Юра написал эти стихи от первого лица. «Перед полураспад» называется. То есть это такая песня о, в общем, состоявшемся человеке, ну, бальзаковского возраста. Мужчины. Вот. И когда я посмотрел на Ваню, я подумал, говорю, Ваня, это как это будет петь? Понятно? И мы придумали, что будет петь от первого лица. Не от первого, а как бы ты. Ну, вместо я, ты, да. Да, и я Юру замучил переделками, потому что там надо было, ну, чтобы смысл остался. Не знаю, вот как-то получилось. И потом написал даже от женского лица в какой-то момент. Это было страшно там. Я почитал, там была жесть. Там было серьезно. Не было выхода. Но выхода не было, в общем-то. Рисковал. Юр, да получилось. Ну да, в исполнении Вани был успех. У нас тут это. Период полураспада. Само название. Yeah.
Ой, можно ее. Ну, давай ты. Нет, ты рано. Ты рано. Давай это. Вот в зале, слушай, очередной мощный мастер-друг, Володя Долбоносов. Мы с ним когда-то, он прям взял и спел песню. Прям спел ее, мы все сидели, выбивали, извиняюсь. Вот, спел ее песню, взял гитару, ему подыграл и получилась песня. Вот прям просто и хорошо. Володя, ручкой помаши там народу. Посмотрит на людей. Оп, хорошо, можем аплодировать. Очень хорошая песня получилась. Знаете, если... Мы тоже не дали другую жизнь, наши записывали, мы вроде на ком есть в интернете, только был Владимир Долбонос. Там даже эта песенка есть. Взгляд тот не модный, тебе нужно жить, если хочешь ты жить. Все изменится, все и ничего. Все переменится, время женщины вино. Но если волосы остынут, поехали.
твой сладкий сон ничем не потревожу. Я подожду, насколько хватит сил. Пойду как тень, всего лишь тень, но все же. Начали что-то там крутить, вертеть, сочинять. Вот первая песня была, собственно, песня «Край». Она уже была ребятами сделана. Димка, вон, парк звезды. Вот. Они что, практически все сделали. Ты к народу говоришь, нет. Но мне так комфортно. Значит, все сделали. Ну и, собственно, с этой, да, вот сбил, теперь ничего говорить не хочется. Значит, вот с этой песни мы начали, песня хорошая. Поехали. Димка, ты молодец. Песня «Артас». Ну правда. Песня классная. Люблю ее. Oh.
Спасибо. Я люблю вы что-то больше. Ну что, ну вы готовы, да, женщина? Те, кто смог, ждет. А, ты что, не несу, господи. В общем, значит, и Ибо. Ибо я не говорил, но иногда говорю. Готовы? Готовы.
Смотри, как говорится, на духоту и все остальное. Ну что, давай финальную. А? Михаил Александрович, перед Новым годом, в прошлом году, звонит мне и говорит, нужно обязательно сыграть песню «Рождественский блюз» и выпустить ее к Новому году, 27 декабря, мне позвонил. Вот. Я уже встречать начал Новый год, но не совсем, и попросил оттянуть до Рождества. Ну, собственно, 2 января мы ее записали. 3 января Сэн снял ролик, может быть, вы его видели. Ролик примерно на 3 января. И снова 3 января, вот эта вся история. Но песня получилась очень симпатичная, «Рождественский блюз». За авторством, за авторством Олега Волкова и Михаила Меня. Можно поаплодировать, это наш завершающий комедий. Спасибо, так сказать, Москву Сити, что мы вообще тут центр ансамбля. Вот, Дим Четвергому. Михаил Александрович Меня, что вообще-то ансамбль появился на свет. Вот, ну, собственно, это такая лаконичная фраза. Добавить мне в этом смысле нечего. Спасибо вам, что пришли. Романная. Вот, мы очень рады, что, в общем, столько лиц, знакомых, незнакомых, випы, прости господи. Скажи, Вань, не надо только раздеваться, мы уже скоро уходим. Ну, в общем, да, ответственное произведение, там надо высокие ноты брать. Давайте еще раз повладим и вперед. Рождественский блюз. Я поставил земле на
Спасибо, друзья, группе «Малая нога». Потрясающе, братцы, как вы это... А вот как еще выйти надо было. Замечательная группа «Моногага». Moscow City Records. Увидимся на фуршете, друзья.